выпуска нашего клуба, который присоединил Сибирь, взятие Сибири в 16-17 веке, военная культура. Это все ребята делают? Да, это все делают. Ну, у нас, конечно, возраст 14-18 лет, но тем не менее, то есть... Здесь есть. Совершенно верно. Мы одна из немногих, вообще, одно из немногих направлений, которое, ну, как бы сейчас уже удалось в какой-то степени полный цикл. И вот как раз когда центр заработает, в Уазе будет Кузя, там отдельная там мастерская гончарная. Где это будет? Сейчас это... пока мы летимся в одной мастерской, но нам выделяют помещение, и мы создаем центр сразу по нескольким направлениям. То есть будет 5 направлений. Должно нравиться ребятам, это интересно, да, своими руками оружие. Кольчуга, вы все практически. Кольчуга делала, да? Да, конечно, все.